Там будет невероятно интересно. Я думаю, что это лучшее место, куда влюбленные могут прийти, ну, отпраздновать День Святого Валентина. Чего? Во-первых, там будет масса мест, где можно просто провести клево свое время. Там будет место, где можно заключить виртуальный шлюп. Виртуальный это же не настоящий? Виртуально это условный. Мужики, это не значит, что он не настоящий. Секунду. Мы даже придумали название этому. Хотелось украинское название. Это будет дигитально-шлюбня. Так это будет называться. Круто, да. Там будет место, где можно будет сфотографироваться с возлюбленным. Там будет кровать, на которую можно будет прилечь и полежать. Наши партнеры презентуют фильм «Ночь Святого Валентина», и там эта кровать как раз часть этого антуража. Там же можно на этой кровати поцеловаться с художницей Машей Куликовской, которая проводит эту мистецкую акцию, чтобы показать, что СНИД не передается через поцелунки и не имеет никаких ограничений ни по расе, ни по сексуальной принадлежности. Там же можно будет посмотреть лучшие видеоролики мировые на тему безопасного секса. Там же приходят к нам люди замечательные. Влад Фессун, который будет рассказывать про секс в музыке. Там будет лекция по секс-фотографии Александр Титарчук. Надеемся, придет Даша Астафьева, которая расскажет про секс в сексе. Она может просто молча стоять. Она может просто ходить туда-сюда. Этого, в принципе, будет нам достаточно. Там будет масса интересного. Там будут психологи. Там будет... Ну, не только интересные, но и полезные вещи. На самом деле, вот такие, как мы говорили перед эфиром, будет тестирование на ВИЧ. До речі, як буде проходити тестування? Воно, по-перше, буде безкоштовним, як я розумію, правильно? Да. Это бесплатное тестирование на ВИЧ, которое мы проводим вместе с нашими партнерами, фондом AIDS Healthcare Foundation. Там будет специальная загруженная зона, куда можно войти, анонимно сдать быстрый тест на ВИЧ. Угу. То есть за 10 минут можно будет получить результат своего теста и получить консультирование. До тестовое и после тестовое – это обязательная вещь. Вот. А кроме всего прочего, из таких арт-моментов я хочу сказать о том, что там будет работать крамничка, благодейная крамничка, в которой можно будет купить замечательные арт-работы наших партнеров-художников, номинантов на премию Пинчук Арт-центра. И там будут и футболки, и другая продукция. Вот, например, такие открытки ко Дню Святого Валентина. Я хочу вам подарить по открытке. В День Святого Валентина вы друг другу заполните такие, у вас ручки есть? Так, отложите их на День Святого Валентина, заполните, подарите друг другу. Я дарю тебе. Эти деньги, которые будут собраны, пожертвования, которые будут собраны в этой крамничке, будут направлены на проекты помощи ВИЧ-позитивным детям. Сегодня открытие вечером, так что мы ждем наших гостей сегодня, завтра, послезавтра и в День Святого Валентина, конечно же. А 13-го в середине дня, с 12 начиная и до 15, если не ошибаюсь, будет празднование Дня Презерватива, которое проводит AIDS Healthcare Foundation в партнерстве с нами. И вот Condom Girl будет там главным героем и раздача презервативов, и тестирование на ВИЧ.